Ребят, всем привет! Меня зовут Наташа, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Это только начало, и давайте продолжим. Так, что здесь нам надо? Эдсо, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Как получится, папа? Так, выполните все три поручения. Так, а что тут за письмо? Ага, Джованни запечатал письмо. Ну ладно. Выходит из-за Йококасангу. Так, побежали. Куда нам надо? Ой, блин. Что ж такое? Где? Ага, вот. Окей. Так, пойдем вот сюда. Спускаемся. Да нам. О. Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Забавные персонажи, блин. Толя и Лариса. Так, вы, бегая по крышам, себе нос не разбить, да? То будешь потом, блин, бегать по врачам. Вот, к примеру, так. Так, что нам, голубятню, да? Сюда, я здесь. О, блин, кто это? У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой, вернись. Объясни мне. Да. Вон. Удерживайте, чтобы включить альтернативную камеру. Ой, блин, а что удерживать? Что-то я не поняла, что удерживать. Поручение выполнено. Блин, опукала. Так, ну, пойдемте дальше. На следующее задание. Вроде как сейчас будет самая такая развязка. Если я правильно помню. Так. Да, будем по крышам бегать, чтобы с этими этой стражей не сталкиваться.
Так, нам сюда, да? Ага, вот он дом. Нет, сюда, оказывается, из мажорчиков. Давай, смотри. Отец? Федерико? Масерацу! Слава богу! Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец сеньории! В тюрьму! А моя мать и сестра? Эцио! Клаудия! Все в порядке? Да, но мама... У нее шок. Она... сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Угу. Так, ну пойдем. Ясность. О, сейчас меня будут искать, да? Он кого-нибудь убьет. Где там этот дворец сеньории? Вон он, да? Да блин. Туда наверх. Так, главное, блин, не упасть. Тут так легко валиться и приземлиться на нос. Так, запретная зона, ага. Так, ага, ну давай отсюда залезем. Так. Ага. Ну так не... Ну, что дальше? Почему он не хочет прыгать? Так, ладно. Ну, блин, ну что такое? Незнакомо тебе мое лицо. Незнакомо. Это же... Что с ним случилось? Меня нет. Все, 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 все. Так. Значит, лучше забраться... Куда отсюда, да? Что ты здесь делаешь? Убирайся! Все. Отвернулся, нет? Он тут один? Ушел, слава богу. Наверх, полезли. Тут еще кто-то. Ага, вон он. А он отвернут, да? Он не поворачивается? Давай тут. Так, полезли выше. Эцио. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего.
Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны паццы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. Так, ну пойдем. Тецу не успел передать записку. Так, побежали. Где тут? Ага, через крышу опять залезем, да? Ага. Так, ну давай, спускайся. Да, что это такое? Да, слезь, найдите документы Джованни, доставьте их. Уберто. Так. Отец сказал, что здесь есть дверь. Так, где он? Прям нанотехнологии. Нужно отнести это миссеру Уберто. Опять тайны. И вот Эцио нашел свой знаменитый костюмчик. Ну, а теперь нас никто не узнает. Предатель! Эй, уберите мечи. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Так чего ты хочешь? А что это? Чтобы ты умер. Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Другие вариантов нет. Так. Да блин, а чё, где он... А чё без меча вообще? Что-то я не поняла. Как-то затупило немножко.
Я просто думала, что меч потом мне дадут. Ну ладно. Бедолага, блин. Фрукт он собирал. Я не сходила к врачу и взяла и, блин, ляпнулась прямо на асфальт носом. Зашибись, блин. Давай, прячься. Блин, а где тут врач? Все. Блин, далеко. Ладно, давай-ка. Это кто такие? Что он делает? Это же очень опасно. Ты когда-нибудь видел его? Да блин, да что ж вас столько? Да не знакомо тебе. Вы издеваетесь, да? Все равно не залезете. А, нет, вы не залезли. И чё, всё? Слава богу. Он там он стоит. Ходи. Там чё, кто-то не вдох, а нет. Не, серьезно, а что ты там встал? Ну, ладно, придется тебя завалить. Блин. Я могу его, да, сейчас завалить? А, он сейчас так... Он сейчас так не может. Да блин, да чё ж вы тут ходите? Я по-моему, не сюда пришла, да? А куда мне надо? Мне вообще на другую сторону надо, я, блин, тут туплю. Ой, сейчас все будет, сейчас все будет. Мне сюда, да? В эту сторону надо. Я все тут в ту дверь долблюсь. Сюда же, где-то тут, да? А, да, вот же она, эта дверь свечивается. Это аудитория? Что ты делаешь здесь в такой час?
Это я не... Погоди, сынок, отдышись, отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эдсо. Я все улажу. Как? В этих документах содержится доказательство заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эдсо. Все будет хорошо. Самый главный засранец. Так, мне нужно купить лекарство, да? Как раз сюда давай. Так, и давайте откроем точку обзора, да? Как-то нехорошо. Так, вот туда прыгай. Угу. И рядом ходят эти засранцы. Ушли, слава богу. Так. Лучше я отойду в сторону. Где там у нас он там? У нас же вроде должны быть деньги. У тебя что-то болит, друг? Лекарство, так. Объем сумку. Поверь мне, друг, скоро тебе станет лучше. Да, хочу надеяться. Блин, ж хотелось снять эти выделения. Ага. Как убрать? Ага, все. Два раза. Так, ну что, пойдем на следующую миссию. Как раз на площадь. И будут судить родных Эдсо. Устроили шествие, снова выразив свое недовольство действиями Флоренции. Да. Говорят, что молодые пизанцы бесстыдно показали нашей делегации свои голые зады. Попки показали. Главные новости. Последний герой, придите на суд над Петруччо Джованни и Федерико. Из-за неурожая цена пшеницы поднялась на 6 флоринов за 100 фунтов. Река Арно снова разлилась у замка Сан-Анджело. Джованни Аудиторе, вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжет. Надо подобраться ближе. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы
Отец! Эй! Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Об от этого! Беги отсюда, парень! Поскорее! Блин, бежим! Давай, Эдсо, беги, беги, беги! Нет, нет, нет! Да что такое? Нет! Блин! Засранцы! Эй! Народ, остановите их! Давай, 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 пока не... Давай, Эдсо! О, блин, какой ты медленный! Давай, побежали, скорей! Бегай! Надо где-то спрятаться. Блин, всё? Фу. Последовательность 1 завершена. Так вот, да? Взяли, повесили. У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка ответила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Мессер Эдсо, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной. Вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Итак, ребят, закончим на этом. Все-таки Эдсо не смог спасти свою семью. И их повесили. Ну, если понравилось, то ставьте лайк. Если не понравилось, тоже ставьте лайк. Подписывайтесь и пока.